Заботливого, доброго мужа, искреннего, преданного папу, веселого и щедрого дедушку Виктора Константиновича Карповича. С юбилеем поздравляют с любовью жена, дети и внук Матвей. Желаем нашему самому родному человеку зарулить к счастью, припарковаться у здоровья, не тормозить перед трудностями, переехать все проблемы и не сбиться со своей дороги. И пусть всегда горит зеленый. Поверь, что тебя я, как прежде, люблю.